Team команда Б против сборной. Окси, Сильвер, Кабун, Симбыч у нас. Хорош. Да помогай ты, стой. А я один рез. Пошла жесткая борьба. Втроем, есть. Ох ты, как хорошо. Ну, хорошо. Мы стой. Стой. Че, я А получается, да? Пошла игра. Где займешь А? Давай, короче, хулиган, сможешь на коннекте? Да. Удачи. Все, я Б. Все, ты Б. Я на миду. Собрались. И Денису взял. Но ты с хулиганом держишь на А там. Да. На яму взял огонь и слепую, если что. На себе. Бери, смотрим. Яму, ну. Да, я сдалека буду принимать. Я вам помогаю. Пассивно. Коннектор подобрал или нет, но... Я свою взял. Я на инфу сразу скажите. Правда был зиг чё. Мид не вижу. Под Б подошли. Б? И побежали. Давай, Чесак все-таки дает киллы. ХАЕ дает еще. Ой, какой жесткий прием. Пуф дает, ремня. Дается Мио один и его разрывает. Гуф дает минус 3. Реально, Гуфа лучше. Так или там. 1-0. И контри начинают уверенно действовать, да, короче, на карте Демираж. Я схожу, если будет, ну, я смог на ковры дам. Давай смог дали на ковры, значит я ему дам. А если чё, флешка, наверное, яму проходит. Бомба, да. Тесак стоит на базе. Тесак, чё на базе? Ковры есть. Дал вышка, вышел яму один. Вышел яму. Бьем, где 4А. Еще один. О, Мия отстреливает одного. Ну его разрывают. И один был Гуф, который убил. Под Б. Сразу не оттягивайтесь. Пока 2-0. Про бомбы нету, не оттягивайтесь. Пролагал что-то. Кайнфы нету, про бомбу не оттягивайтесь. Всех пролагало? Нет. Это у меня. А, ну такое бывает. Это у вас с интернетом. Да не, у меня просто вчера интернет вырубался. Ну он так же. Так же. Игра. Пока без дыма. Кристо идут, не видим. Попали смок в окно. Ну такой, почти попали. Попали, но есть щель. Могу на мид флешку. Блять. Тимбыч делает хил, еще есть. Тимбыч! Этого парня я люблю. То, что он иногда попадает нереальные штуки. Какие хорошие фраги делают ребята. Трое зашли. С бомбой. Стим. Стрица, давай. А, не зашло. Тройка. Мия. Давай. Мидали. Хорошо, добил. Давай. Ай, Симбыч. Симбыч. Чё с тобой? Что-то совсем. Все. Что-то Симбыч подкачал, непонятно. Что-то у него зависло или еще что-то, но мышкой он не мог четко навестись на контра почему-то. 4-2 в итоге отдали раунд какой-то глупый. Я не знаю даже, с чем это связано, но... Ну отдали. Да не, я просто предлагаю, кому-то дроп нужен, я-то с ним останусь. Хорошая оружие. Ковры, блин, будет. Да, я сдам, ковры. Террористы берут АВП, берут полный бай и идут делать атаку все-таки на... Давай, смог дам. Что это за смог он хочет кинуть, интересно. Я дам смог. Окей. Так, значит он выстраивает, четко тут он подстраивает под текстуру. Себе. Выходит вот так вот. И вижу, он кидает его на дельпана, да, он получается кидает. Смотрим. Стрел и сразу и сам кидает, кинул, я. Без команды. Не докинул смачок, у него свой такой смог. Перекинул, нормально один попал. Но на голову не прилетел смог. Хорош. И... Есть ковры. Мы видим, что ситуация не самая приятная. Хороший хедшот от хулигана. Еще хедшот. Без шансов принимают террористов и без шансов убивают. Не надо. Возьми АВП, да, возьми АВП. Поздно.
Я сыграю. Как-то контры выглядят уверенней этого нашего микса. Симбы во главе. И, естественно, они сейчас претендуют на первое место. Сегодняшнее первое место. Мне, конечно, я офигел, когда он вас так 9 их убил, я не ожидал. Дам смог. Поехали. Мы видим, что пинг у террористов самый лучший. Ребят, по инфету. Мид есть, мид есть. Да, мид нет. Кидается смок в яму. Мид есть, мид есть. Яма один, яма чекает. Даю флеш. Ковры. Флеш, ковры. Хороший хедшот делает у нас мистер Джиг. Мид ушел. Зик, отстреливает тесак, тут делалась подсадка, ну сядь, говорит Мия, садится, выходит все-таки с подсадки, Симбыч тут с пистолетом работает, и вот Мия, вот он видит, он контра дает, он ему хедшот, но тут есть Мия, которая идет в спине. Живи, Симбыч, сейчас придет, хорошо, Мия, но... Вот снайпер, который может сделать, не попадает скирип, еще раз промахивается, попадает против Симбу, Гуф приходит, делает еще килл, и остается один у нас, СФО, бот, ФОГЕ, ФОЧЕ, не знаю, как правильно читается его ник. Бэплант. Бэплант, да. Но... Через андеграунд ушел с бомбой. Иди через Зик. Может быть это саботаж? Есть. Да, наверное, саботаж. Ну, давай, убей одного в спину, они не знают про тебя. Дефуз, погоди. Машина может быть. Убей одного в спину, никого дефуз. Нету. Увидели. Говори, дефуз. Ну! Ну, саботаж. Один в два. Ну, ну что четко, сыграл он фигово. Возьми, чувак, ты просто. Блин, выйди, уверенно. Пока они тут ищут, снайпер бегает, убей одного в бок. Останься один на один. Разыграй против него. Кто-то так сыграл струсиво. Ну, перенервничали парни. Видно, что. Ребята переживают, игра важная. Борочные проигрывают, летят, знаешь, уже. Теле 4-0, уже 5-0 и. Не могут они сконцентрироваться и взять. Вот опять они идут под А у нас. Мид не вижу. Ковры есть. А, ковры. Я комментирую для вас. Хаешка прилетает неплохая, в принципе, в ковры. Снайпер не попадает. Подстреливает Симба с ним рядом. Пошел выход. АВП. 2 АВП, Симба отлетает. Зачем идти троем в ковры? Вообще для меня непонятно. Тимнун делает минус 2. Тимнун. Просто, ну и Симба. И шансов. Ну, такое ощущение, что у ребят нету просто координатора. То есть скажет, кабум все-таки делает килл. Ну его тут ждут. Тебя тут ждет Нун, который делает еще килл. И остается Джиг. Не попадает он с АВП. Тихо, не рашьте. Как это не рашьте? Можно и порашить. Так, ну что, зайдем мы пока что к террористам. И послушаем, что у них происходит. Эко, чувак, у нас у всех. Посмотри, у нас, ну, у меня деньги есть. Ладно, я как куплю. Естественно, эко, ты о чем? А, ну ты можешь даже купиться. Ты о чем? Вот. Симба берет калаш, у него есть бабки. Блин, я не знаю, что делать. Идет эко. Не знаю, что они делают, проигрывают 6-0, ситуация не самая приятная. Да не оверграунд, а андерграунд, чувак. Я вонграунд. А ВП есть на Б, лучше отойти. Идут они под Б. Ну не все. Да хрена ВП. Можете подсадить в окно, пожалуйста, подсади в окно. А что у него? Подсадка. Меня понял, Гуф делает килл.
Тоже террористов не видел. Трое, Гуф уже чувствует силу. И загоняет террористов. Хороший. Смотри, что творит. Я понять не могу. Нас просто разносит. Просто в ноль вообще. Это мы видим. Ну, ребят поувереннее играют, чем вы, согласен. Давайте попробуем так, сделать АВП то, возьму. Смотрите, сейчас, погодите. Сделаем то, что сделали тот раунд, который чуть не взяли. Мы А заняли, я зашел через это. Меня тоже посадили. Здесь хотя сделали мы подсадку. Вдвоем, один раз, и у них раунд проходил. Почти, и почти того, взяли. Поэтому могли бы сделать подсадочку в окно. Смотри, иди со мной, короче, по вернее, вот здесь. Вы овергаунд, чувак. Не надо овергаунд, пожалуйста. Овергаунд. У меня 50 хп. Ситуация... Ой, снайпер пробухнулся, Мия убежал. Кто это был? Это был скрип, но он отошел. Головы есть. Я слепой. Попробуй выйти. Я дал флеш. Выходим, выходим, выходим. Дашь флеш, я заберу. Отстрелил, Гу, хорошо, долбил. Выход идет на А, Нун разносит. Скрип делает еще килл. Да, это ГГ. Ребята, ребята уже начинают не верить в свою победу. Без шансов. Там было пиксели. Ребят, пойдите, пойдите, значит, один мидл, один подвал, два яма, один ковры. Надо не умереть от авиков, главное, вместе аккуратно выйти и дать ремня. Первые пусть начнут действовать яма и ковры, но будут палиться, но жить. А потом начнет действовать подвал, пойдет в спину и мидл. Я подвал иду. Пробуйте. Ковры. Будем помогать ребятам, им тяжело, 8-0 проигрывают. И будем пытаться сделать, чтобы они взяли сюда раунд. Мидл, не спеши, не спеши, тебя сейчас авик убьет, не спеши. Первый действует яма. И ковры. Пускай первая яма действует. Аккуратно. Попались, попались. Один коннектор. В коннекторе АВП. Общаемся. Двигайся. Ига убил двоих. Ну, чисто. Один шорт, один шорт. Ну, под коврами прочекали. Еще раз, теперь смотрите, идете два яма. Один мидл, один подвал, один ковры. Не два подвала, один мидл и один яма, а два яма, один ковры. Договоритесь, то куда. Бай берите, берите бай, не надо это делать. Давай я ковры пойду тогда. Я мидл пойду. Блять, ну бомбу-то оставить нельзя. Я яма. У ковры еще один. Тактика, ребят, тактика следующая. Вы должны попалиться с ямы. И в этот момент должен чувак с мидла прикрыть зиг, а Бокси должен зайти с коннектора и убить на А в спину. Только ожидает, что его зига могут убить. Яма палится, общайтесь. Да, давай палимся. Надо читать пулю. Тяжело ребятам. Тесак уже жмет мид. Головы красные. Сделал килл. Я умер все, да? Ну, добил. Пока не получается. Симба, не сдавайся раньше времени. Что это такое? Придумайте, придумайте что-то. Но пока они вас сильнее, это точно. Ну, это тащите. Так, давайте что-то придумаем. Давайте, только поживите, пожалуйста. Серьезно, надо стрейфить. Сегодня у нас контры сильнее команды явно. И вообще жесткие. Вот ты наступишь ГГ, а потом сразу берешь и умираешь. Блин, куда бы мы не шли, нас везде находят это АВП. У них там 2 или 3 АВП. Или в чем проблема? АВП на кого? Видишь, у них везде АВП, просто вообще совершенно везде. Совершенно везде АВП, и это проблема. На самом деле у них всего 2 АВП, но индивидуально они на данный момент действительно сильнее играют, и поэтому
Вам сложно что-то преподнести. Хотя были же раунды один в один, были. Значит, можете потащить. Можете, просто надо потащить, надо стараться. Идите теперь через андерграунд, как вот там, идите через андерграунд. Арифлейм, вот, саботаж. Помахнулся один, но тесак разменял. Вышел Мия. Вот это вот идеальное слово, чтобы описать эту ситуацию. И мы видим, что... Ну, не ожидал Мия. Да, главное на позитиве, ребят, работает. Давай, давай. Они, я не знаю, они жесткие. Это надо, блядь. А как они, серьезно, жесткие? Они жесткие. Team B оказались действительно сильнее и будут претендовать завтра на первое место. Может попробуем просто... А почему? Может попробуем, да, просто... Нет, давай попробуем на БК. Давай просто попробуем на базе стоять, они когда-нибудь придут. Нет, реально, давайте попробуем на базе постоять. Ну или где-нибудь просто в нереальном каком-то положении, я думаю, мы убьем хотя бы... Не, ну одного-то мы убиваем. Отвернись, отвернись, слэш. Ну одного в пять, ну окей, не в пять, ну одного в два раунда мы можем убить там. Так. Кто там топает, блядь? Ну, как ты не попадаешь? Ну они не жесткие, ты просто вы не попадаете, ребята. Посмотрите на себя, ну, со стороны. Блядь, они не жесткие, блядь, вы просто на них не попадаете. Мне просто в глушилку реалитально вставили. Надо попадать, пока вы не попадаете вы, ну что это за стрельба? Попадают вас. Тут уже пришел Гуф, убил спину и остался саботаж 1 в 4. 1 в 5, вернее. Саботаж понял, что надо играть слоу. Но не хватает, ребята, амаима, не хватает им ничего, и поэтому... Ребят, тут один раунд оттащите как-нибудь, надо как-то хоть потащить-то. Ну, 16-0 нормально. Не, может сделайте эко и возьмете все авики тоже. А, эко. У нас капитан давайте все. Не, давайте делать эко, пока у нас не будет 5 скорострелов. Вот мое предложение. 5 скорострелов поступило предложение от Симбыча. Мы выиграем, хоть один раунд нужно реально взять. Просто скорострелов. 5 скорострелов! Просто 5 скорострелов, купим и все. Охуенный план. Пойдем, не останавливаться. Не останавливаться, в бой! В бой идут одни старики. Давай. 5 скорострелов. Скорострел я не стреляю ними, я абсолютно. Не азик возьму. Ну пофиг, главное, чтобы у всех было по 5000. 5 скорострелов, 5! Да без шансов. Кабум делает килл. 2 остается игрока. Террористов и чашка тут все. Бокси, а почему ты спиной к врагам идешь? Причем шестом. Я же рассказывал, что типа спиной можно идти, чтобы под флешек отворачиваться сразу. И теперь подсадите одного на окно. На одного на окно подсадите. Да, Зевс такое рассказывал. Грамотная фишка. И рано или поздно сможет понять. Я надеюсь. Нун контролит, Нун контролит, привет, сейчас будет, оп, а Нун контролит. И все-таки сильнее на данный момент у нас контры, но сейчас будет 5 скорострелок! Капитану не хватает на скорострел. Сейчас все решится, вот оно, вот выход из ситуации. Кто взял калаш? Калаш, капитан взял калаш. Не, они смогут, они взять раунд. Не смогут, не смогут. Однако, если мы проигрываем это, то мы проигрываем игру. Попадает саботаж с АВП, наконец-то! Вот. Давай! Стратегия работает, я же говорю. Давай, ребята! Мы за вас болеем, один, возьмите этот раунд, ёпа РСТ хотя бы. Симбыч, Сильверс, капитан, где? Подвинься, ну капитан, где? Смог лежать в Зиге может быть. Тесак!
Поймал, увидел тесак, на него бежит игрок. Нет, не бежит, нет, не бежит. Он забежал по мотоверсии с бомбой. Ждет. Тут в окне уже есть. А тесак знает, что справа с бомбой? Он догадывается. О, тут бомба. 20 хп со скорострелки в него постреляли. Это не простреливается комната. Тут с пулеметом гуф засел. Тут вышел Симба со скорострелком. Еще тесак в комнате. Две скорострелки, а нет, снайпер и скорострел. Секунду вставили и все. Ну какая разница, сколько не хочу, да в тебя ставить. Немножко уже ребят начинают нервничать. Тесак. Этот тесак, он просто ждет. Они к нему забегают, такое ощущение, что они не знают, что он там. Тактика 5 скорострелов не сработала. Но они были рядом. Так, сейвим один скорострел для того, чтобы все-таки взять этот раунд. Да завис он или что, блядь? Нет, да, я завис, серф, блядь. А, нет, все. Отвис, блядь. Кого не стало? Мне кажется, они нас даже вчетвером выиграли. Всё, отвис, отвис. Игра. Игра. Всё, игра. А, это же наш план 14-1 делать, а потом, я же говорил, всё, а потом... План 14-1, давайте. Давай, давай, давай. Чтоб чуть-чуть быстрее. Мы решили... Давай, побежали, 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 проходим. Да, мы сейчас просто на имя... На Зиге много. Хулиган делает килл. Сразу Симбыча. Симбыч сегодня не собрался. Сегодня не пошла игра. Гуф все-таки ждет. Уверенно с Пуличем. Я флеш дам через ковры. Заходи, заходи. Давай, давай. Ай. Флешку дает какую-то через ковры. Ну, походу, это 15-0, к сожалению. Это что было? Это что было? Абсолютно все первые патроны завтра ставят. Это какие-то нереальные вообще авторитеты. Смотришь эйс? Эйс? Давай. Ну почти эйс, почти. 15-0. Не было у нас еще на тренировок таких, честно говоря, хэдшотов. И... придется 2 минуты нам подождать, ребят. Смену сторон. Да не будет, да ты тупой ничего. Что, ребята? Меня слышно? Ну как бы, меня не слышно. Мне это понятно, мне опять у вас, блядь. Я Сильвер, блядь, а вы чё? Они тоже Сильверы, это себе аккаунт. Я говорю, все купили аккаунты на и сидят. Ну у нас команда же Сильвер, ну ты чё? Два калаша, блин. Команда Сильвера. Угадали с Сильверами. Тим Сильверс. Как это мы так рождены все пятером попасться Сильвер? Рождены быть Сильвером. Это команда мечта. Давайте, короче, чтобы не позориться, один раунд хотя бы возьмем. Да, пожалуйста, хотя бы, чтобы не позориться. И смотрите, с чем мы делаем. Мы просто угадываем и идем все на... Боже мой, петуха этот вышел. О, охренеть. Они считают, что они втроем выиграют нас. Я их, пацаны. Сейчас на эти чакры там... Почему-то вылетели у нас два игрока. Потом на овертаймах берем 19-15 и все, ГГ иди. Давайте заходить, пока у нас смена сторон идет. Не, самый фейл то, что ноунеймы едут на киберкап. А Симба остается. Да, мы едем. Сак подключился. На киберкап. Это куда? На. Ну, это за $500 мы будем все равно. Были, могли бы сражаться. Да, ребят, они еще завтра будут играть с лучшей командой завтрашнего дня. А, да, не факт, что они еще поедут. Еще не факт, что они поедут. Да пройдут, я вижу в них потенциал. Ну, Кабум разбирается. Вот если Кабум что-то говорит, значит, так все и произойдет. Ребят, короче, угадываем. Нужно хотя бы один раунд. Зет, подскажите. Игра. Давайте, тащите, удачи вам. Удачи. Нет, стрелять им хедшоты давайте, удачи. И все. Да, попробуем. Попробуем угадать. Да, да, может я пойду. А кто-нибудь мид смотреть будет, нет? Нет? Они не хотят, посмотри, они не хотят. На Б я один буду, да.
Ковры нет. Симба, два патрона. Симба, перезарядись. Перезарядись, хорошо. Это, дали одного. Симбыч, давай. Убью справа же, Симбыч. Сзади. Что происходит сегодня с тобой? Почему ты не в форме? Что не так? Хорошо, давай, еще. Вот они рашат, хорошо. 4 в 2, тащите. Тащите. Чесак сейчас всех убьет. Да, остается один, гуф. Давайте последнего на трон, на нож. Не надо. Блин, а гуф, 1 в 3, что происходит? Гуф, 1 в 1. Есть же, мы взяли этот раунд. Да, ребята, да! А, не затащили этот раунд все-таки, ура! Пойдемте все Б теперь угадывать. Нет, да, Б, остались. Окей, я им мидл с диглом буду имидж. Да не, иди куда-то еще. Все-таки затащили, два играют. Сразу террористы купили. В ответ. О май гад. Так, 3 в 3 уже. Симба делает минус 2. Сделал минус зига. Давай, хорошо, саботаж. 1 в 2. Ну, на 1 в 2. Давай, давай, давай. Ай, хорошо, второй раунд тащим, ребята. Я тоже так считаю, что это... Давайте, ребята, это камбэк. Главное на морали, на моралочке. Ладно. Надо два счет. На работу не опоздаю, всегда с нами проиграем, что нас планит. Раш Б, Раш Б, давайте принимаем. Где хаешки? Уже нун вылетает. Нету тимплея, почему один? Давай, 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 кабунчик. Все, походу на этом все и заканчивается. Гуф ждал. Ну и вот вам 16-2. Убил одного. Походу, да, убил одного. Но то, что ты убил одного, мы это понимаем. Скажи, где ты убил, где ты еще знаешь, кто есть. Убил второго, скажи инфу. Инфу человек дает. Убил одного. ГГ. Ну хорошо, 2 раунда взяли. Я тоже так считаю. 2 раунда. Нам можно на киберкапе, как мы всех выделаем. Я тоже так считаю, что 2 раунда мы взяли, все хорошо. Все, все там забираем. We'll be right back.